Выпуск аксессуаров для напольных покрытий и плитки – одна из тех отраслей, где внедрение системы бережливого производства дает максимально быстрый эффект. Благодаря оптимизации рабочих мест резчика, старшего оператора, бригадиров и более рациональной перестановке оборудования, производительность труда на предприятии значительно выросла. Благодаря тому, что мы уже начали внедрять элементы бережливого производства на нашей компании, эффективность работы людей уже повысилась, и мы смогли качественно организовать график работы для того, чтобы в этих сложных условиях нормально отгружать продукцию тем клиентам, которым она была нужна. Промежуточные итоги этой важной работы подводят и специалисты регионального центра компетенций. Эксперты отмечают, что те предприятия, которые в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» провели оптимизацию пилотных производственных потоков, лучше адаптируются к новой экономической реальности. Несмотря на пандемию, нацпроект продолжал свою работу дистанционно. На сроки проекта это никак не повлияло. Более того, мы будем закрывать проект вовремя. В регионе применяются различные меры поддержки предприятий участников нацпроекта. В частности, они имеют право на сокращенный налог на прибыль. Хочется отметить и сказать спасибо за поддержку губернатору Самарской области Дмитрию Ильичу Азарову, который сам непосредственно внес законопроект в Думу о применении инвестиционного налогового вычета. И спасибо Думе, она поддержала эту льготу. Сегодня уже одно предприятие смогло уже воспользоваться. Уже 76 предприятий региона в этом году вошли в число участников национального проекта. Более 800 сотрудников обучены инструментам повышения производительности труда. На 23 площадках внедрены принципы бережливого производства. Значительно снижены затраты по времени, сокращено количество ручных операций и ненужных перемещений. Владислав Жирнов, Дмитрий Алатарцев. Новости губерния.